Сегодня жители Одесской области смогли с помощью интернета пообщаться с главой самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александром Захарченко. Такая система применяется второй раз. В апреле Захарченко отвечал на вопросы пользователей интернета из Харьковской области. Руководитель ДНР заявил, что продолжит обсуждать политические темы с жителями украинских регионов. Это откровенный диалог между людьми, которые не безразличны свое будущее, они ищут пути решения своих проблем, в том числе и языковых, и исторических, и культурных. И с нашей стороны просто понимание, что происходит на той территории, и насколько все-таки люди готовы сопротивляться.